знаешь что? Надо поздороваться, сказать всем привет. Всем привет. Скажи привет. 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 Мы сегодня собрались по случаю Хэллоуина. Второе мое видео будет посвящено... Второй Хэллоуин. Второму Хэллоуину с детьми. Мы сегодня с Лероем побывали на тыквенной ферме. Купили вот такие красивые маленькие тыквы для Лероя и для Оливера. Голос у меня еще не восстановился. Но мы все полны силы и решимости вырезать из большой тыквы. Вот она, наша большая тыква. Будем вырезать? Да. Да. Будем выбирать картинку? Да. Да. Вот это очень сложно. Такую я не смогу. У меня просто руки сотрутся в ноль. А мне еще они понравятся. В общем, остановились вот на этой ведьме с тыквой. В конечном итоге она должна выглядеть вот так. Все, мы приступаем. Я буду приступать. Ты будешь приступать? Да. Все будем делать по инструкции. Вначале вытаскиваем, срезаем вот так вот дно тыквы. Потом вытаскиваем оттуда всю серединку. А потом начинаем намачивать картинку. Ее прикладываем к тыкве. Заматываем все это полиэтиленом. И начинаем вырезать по контуру. Я буду вырезать. Ты будешь вырезать, хорошо. А я вытаскивать косточки. Хорошо. Вот на первый взгляд абсолютно безобидный, тупой и бесполезный предмет. Но ему очень удобно вырезать, чтобы это ни было из тыквы. В прошлом году мы справились и сделали очень сложный узор. Мы с тыквенным канале сделали очень сложную такую тыкву, потому что она была огромная и резала секундный узор. Мы в этом году будем делать тыкву поменьше. Поэтому я надеюсь, что все дело будет там встретить. Руки вот так мы руками вытаскиваем, все. Вот и мы сюда вот в миску вот все выкладываем. Дети мои болеют чуть-чуть, поэтому такие голоса у них странноватые. Болею. Да. Болеешь? Ты тоже болеешь, Оливер? Да, тоже болею. А что у тебя болит? У него тоже температура. Температура. Я его, походу, заразил. Да, наверное. И тоже заразил его. Вы друг друга заразили вообще? Нет, я первый начал болеть, я тебя заразил, пустил. Так, дети, за работу. Где лопаточка, скребочек? Дайте ко мне ее сюда. Нет, я сам хочу. Ну, да, я покажу, как. Надо просто вот так вот все обскребать. Скребать все стенки. Привет. Приветик всем. Не снимает, можешь не махать. Что? Все, где книжка? Книжку я опять крышку забыл. Можно вот это. Можно вот это. Лерой, садись, Оливер, садись вот сюда и не нервничай. Садись сюда. Нельзя так делать, чего? Нельзя вот так. Нельзя. Дайте мне вот это вначале. Вот это. Нет. Это еще маленький ушко. Надо много сил и много точности. Я вам сейчас покажу, что у нас получается пока что. Да-да. Вот такой мы и сделали ей. Давайте-ка вот здесь добавить ходу, мы уже там свои зелень. Так, а мы сейчас будем вырезать наши поштуки, большую часть вот этой. Вот эту большую, крупную часть. Да, вот эту большую, крупную, да. Самое интересное, знаете, когда наступит? Куда? Когда наступит темно, темнота, ночь. Да. И мы в эту тыкву поставим зажженную свечку. И тогда изнутри будет гореть свет. Тогда получится по-настоящему страшно. Я тоже буду вылезать. Я тоже буду на небе летать. И ты будешь на небе летать? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Легнутик. Еще резать и резать, рука у меня уже все отваливается. Тяжело. А у меня голова. Мне можно порезать что-то тыквок? Режь, сынок, что хочешь. Вот что у меня пока что получается. Какую тыкву? Нет, вот свою, свою. Сынок, свою. Вот это мамина тыква с волшебницей. Такая вот. А у нас будет... Остался один кусочек вот здесь у меня. Все. Дети, смотрите. Мы сейчас показываем тыкву нашу. Вот она. В магазине. С
страшная волшебница. Страшный. Покажи. Страшно? Сколько? Вообще сколько страшно. Мам, хорошую я картинку выбрал? Очень. Страшно. Смотрите. Вон тыкву, которую мы вырезали? Да. Вот она. Классная. А это кто там сидит? Ведьма?